Что же, привет, народ, и это пятый эпизод. Извиняюсь, что немножко опоздал. Я знаю, что эпизод вышел в 9 вечера, то есть 4 часа назад, в Европе, по крайней мере. Ну, просто извините, меня не было дома, я был занят, я... Боже мой, 4 часа прошло. Другие ласточки вообще не извиняются за это, почему я должен. Ну, потому что это я, потому что я няшка. Ня. Эпизод пятый. Кричи, вол, кричи. Я даже не знаю, нажимать на эту кнопку или забить на все и не нажимать и... Да я нажму, ладно, давайте. Мне самое интересное, что будет дальше. Бум. Ребят, вы верите? Мы снимаем. I mean, your То eyes есть твои and глаза и teeth. зубы... You're not really supposed to Ты do that, ведь are you? не должен это делать, не так ли? Нет, если я не смогу этого избежать. Нет. Holly's sister. Святая Lily. сестра... Холли... I just Сестра don't Холли, know Лили. what Bigby's doing. Я просто не If знаю, he что Биг делает. Если cares about it, он... Если if его это he even gives a заботит, shit, да если его вообще это that's волнует. why you can't tell me anything. Поэтому ты не можешь It's мне the ничего ribbon, сказать. isn't it? Это ведь повязка, не так ли? We're destroying the tree. Мы уничтожаем это дерево. No! Нет! We're not burning the tree, Мы Scott. дерево не будем сжигать снова. Hey, you're not Эй, really gonna send me to the ты меня farm, на are ферму you? не пошлешь, а? I don't know. Я не She'll знаю. come around. She's Снова just придет. that crane thing hit her hard, and Просто whoever I понимаешь, know will Крейн find ее someone like that. замучил, и она сейчас не знает, кто настоящий друг. О боже, Бигби! This time was no joke. В этот Be раз as без many шуток. metal shellings as you see fit, but take just Жри one more сколько silver хочешь round near your heart, металлических гильз, the only place I'll be using но them is the еще mine. одной серебряной пули в сердце и все. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, Бигби, подожди, make когда sure you доберешься до bring him back Крукедмена, alive. He has to stand проследи, trial. чтобы он остался в живых. Его нужно Why don't you представить have a seat, суду. Sheriff? We have a Шериф, crucial почему бы вам не matter to сесть? discuss. Нам есть о чем поговорить. Опять же, предупреждаю, перевод приблизительный. Я стараюсь перевести как можно быстрее. Я бы мог провести, как бы это сказать, пару... Да целый день, ребята, я мог провести целый день, озвучивая, я бы даже мог женский голос вам привести, но опять же, это займет очень много времени, и не факт даже, что все получится намного лучше, поэтому... На самом деле, гораздо проще переводить на ходу. Да и я уже возился с переводами, знаете, с переводами, когда делаешь их потом уже в редакторе, там, дорожки добавляешь, я с этим возился, и это очень неблагоприятное занятие, очень мучительное. Приводить на ходу гораздо проще, на самом деле. Так что иногда я буду жать на паузу, просто предупреждение. Это нужно лишь для хорошего перевода. Прошел, ты прошел долгий путь. Наверное, устал. Если мои сообщения верны, ты не отдыхал в последнее время? Пожалуйста, шериф, расслабься на секунду. Нет, давай же. Хочешь выпить? Или поесть? Вивиан делает очень, очень элегантный карпаччо. Лобстера, салон, не помню, что такое. Я выпью, мы не друзья. Я здесь лишь по одной причине. Я здесь лишь по одной причине. И это не для того, чтобы есть твою грёбаную еду. Серьезно? Да. Эй, а ты что делаешь? Мистер Вульф наш гость. И я хочу, чтобы он с нами сотрудничал. Поэтому не трать серебро. Сядь, Джерси. Ну, шериф, чтобы быть максимально прозрачным, почему вам не сказать, зачем вы здесь? Это ведь всех успокоит, я так думаю. Так, вы убили тех женщин, вы уничтожили этот город, вы пытались убить меня.
так женщин, ну, город, в общем, возьмем общую причину. Вы уничтожаете этот город, и делаете это уже давно. Уничтожая город, что вы, черт возьми, имеете в виду? А ты как ты думаешь, что, черт возьми, имею в виду? Рабовладельчество, чуть не стал картавить, кражи детей, экстошн, не помню, что такое, убийство. Как бы описали массовую коррупцию Фейблтауна? Я бы назвал это беспочвенное обвинение загнанного шерифа. Вы же знаете, что это не... что... Я человек добрый, и деньги у меня есть, так что не поймите меня неправильно. Так, вы за всем этим стоите, вам меня не обмануть. А кто бы это сделал? А кто бы это все провернул? О, я не знаю. Знаете, скажут, что существа странные. У них... и ставка там, их магазины и услуги. Но я могу понять ваше замешательство. И я на самом деле сожалею о всех этих проблемах. Я надеюсь, то, что я скажу, шериф, вы воспримете это искренне. Последние убийства, которые привлекли такое огромное внимание в последнее время, я должен вам сказать, что... что они не были произведены моим нанимателем. Это очень несчастливое дело, но я обещаю вам, что я с этим никак не связан. Никак. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Так, кто это сделал? Я знаю, кто это сделал, но кто это сделал. Я хочу вас убедить, что все кончено. Грустный бизнес? Вот сейчас ты мне сейчас все скажешь, кто убил их. Я знаю, звучало очень плохо, но так вышло. Шериф, я очень уважаю вас и вашу работу. Я надеюсь, вы это знаете. Но я просто не могу раскрыть эту информацию. Вы на самом деле не должны сильно волноваться, как я и сказал. У меня все под контролем. Так, а сейчас я с этим разберусь. Прямо сейчас. Да, давай. А как думаешь, что это такое? Переговоры? Сиди молча. Мужик сказал, что позаботится обо всем. Ну, может быть, ты поймешь намек и просто уйдешь отсюда нафиг. Так, ты меня раздражаешь, ударить мне не надо. Я здесь закон, не ты. Теперь скажи, кто это все сделал. Думаешь, я тебя боюсь? Ты просто ведь... Хватит. Я надеялся, что до этого не дойдет, но чтобы сохранить наш союз, вы должны знать, это был Джорджи. Этот невинный мальчик. Но, как я и сказал, я с этим совсем разберусь, если вы не против. Джорджи, получил, что хотел, так что давай, сядь сейчас же. Да, я убил его, ну и что? Ты кусок дерьма. Зачем бы ты стал это делать? Вмазать. Что же мне ему сделать? Зачем? Просто нужно было нос убрать, куда не надо. Зачем? Зачем их убивать? Это и важно? И посмотри, дело в том, что Джордж... Джордж здесь не очень понял одну из моих инструкций. Не понял? Я просто хочу сделать все как надо. Так что давайте попытаемся понять друг друга. Понять друг друга? Я тут защищен, не так ли? У твоей защиты есть пределы. И я думаю, ты уже их превзошел. Если... Ты же смог убить кого-то так хладнокровно. Да ты же меня, блин, попросил. И потом ты пытаешься меня обвинить во всем. Ты будешь молчать. Пока я и с тобой обсудил. Ты это вранье все это. Что, ты просто позволишь ему это сделать? Ну что скажешь, шериф?
Может, обсудим условия? Вы можете брать Джорджи. Можете взять это как подарок. И надеюсь, мы сможем сотрудничать. Да что за черт? Бери, ублюдка, бери всех. Джорджи, не делай тут проблем. Хорошо, давайте поговорим. Я заберу вас обоих, никаких сделок. Давайте поговорим. Ты что, серьезно меня бросаешь под повозку? Хорошо, давайте говорить. Да меня только что переехали. Что это за фигня такая? Ты сказал, нас транс покроешь. Для всяких мелочей, не для убийств. Давай, Джордж, иди с ним. Всех нас затянешь за собой. Что с вами не так, народ? Вы что, просто продадитесь ему вот так вот? Да мне плевать, если я... Вы, ублюдки, кто такие? Иди отсюда нафиг. Извините, шериф. Но я думаю, вам лучше сейчас уйти. Я с ним никак не пойду. Да вы издеваетесь. Да сейчас все пойдет очень плохо, так что... Я бы не хотел, чтобы вы смотрели на это. Можешь присоединиться к той шлюхе у реки, и мне как бы плевать на все. Но ты меня никуда не поведешь. То есть он меня никуда не поведет. Я скорее прикончу всех вас, чем позволю этому дерьму случиться. Хватать Джорджи, я не уйду. Хватать Крукедмена, я не уйду. Что скажешь? Я не ухожу никуда. Так хорошо могло пройти все. Чтобы, если честно, я никогда не был хорошим переговорщиком. Зачем переговариваться, когда можно всего лишь выдать решение? Все понятно. Я что-нибудь пропустил хорошенькое? Ну посмотри-ка на тебя. Вылечился. Это нечестно, двое на одного. Черт возьми, это очень плохо. Раз. Долби Кью, долби Кью. Хватай. Все, Вулф, тебе конец. Да мы почти тут закончили. Бьем первое. Сейчас схватили сзади. Хотел бы сказать, что приятно было познакомиться, но очень хочу посмотреть, как твои внутренности выкрутят. Бери его в кишки, давай. Черт, ножик, я не хочу умирать. О, минус один. Прощай. О, боже мой. Давай же, сюда. Еще, бей его. Добивай. Нет, видимо, он не будет его. Ну и правильно. Мне это немного напоминает сериал «Гримм» сейчас. Давай, Джорджа. Черт тебе дери. Я знаю, я знаю. Да беги, беги, за машиной. Черт. Ну все, все получится. Черт возьми, эти бамперы стали такими некрепкими делать. Я понимаю мое здоровье. Бежим вперед, вперед, вперед. Где же ты? Где же ты? Вот они. Прыгает прям акробат. Ну в цирке работать, ребята. Только в цирке.
Ну, и может быть есть людей, но это уже второе. Чё, что это было? Это был большой серый волк. Сбежал. Ломай стекло. Доставай ее. Черт возьми. Не помогает. Да сбрось его, не могу. Надо было сбоку брать. Так и знал. Я думал вытащить через лобовое. Ой, чё. Это не то, что я хотел. Совсем не то. Пока погоня идет, просто хуже некуда. На таран хотите взять? Походу, да. Что-то возьми, уверен? Давай, делай. Но он не двигается. Вперед, давай же. Так и знал, что будет там стрелка вперед, поэтому я не жал в стороны. Я знал, что можно на машину прыгнуть. Но это не помогло. Ты их нагнал, вообще молодец, волчонок. Как ни в чем не бывало. Рубашку еще где-то с галстуком нашел. Как будто второй человек. Машина Джорджа, изучить. Давно же мы это не делали. Ничего, кровь. Просто... Твою ж мать. Хорошо, зайдем через дверь. Ну, особо тут вариантов-то и нет. Или входить через дверь, или оставайся на улице курить сигареты. Huff and puff. Давай же, тут остаться нельзя. Постой, мне нужна минутка. Послушайте. Можешь встать? Все в порядке? Спокойно, медленно. Да это не помогает, твою мать. Я отсюда не выйду. Как это произошло, Джорджи? Приветик, дорогой. Shit. Твою ж мать. Hello, Bigby. Привет, Бигби. I hope you'd come to your senses. Я думал, что ты придешь в чувство. Crooked Man это тот тебе нужен, тот тебе нужен. Ну, конечно же. Ты же слишком тупой для этого, чтобы понять. Или просто я тебе слишком сильно нравлюсь, чтобы меня отпустить. Ага, да, конечно, твои гейские шуточки. Впервые, кстати. Ты идешь со мной, я тебя на части порву. Идешь со мной. Ну, в чем дело, шериф? Я тебя беру, Джорджа. Погнали. Понесешь? Пожалуйста, шериф. Так, Вивиан, не лезь. Почему ты его защищаешь? Я тебя тоже арестую. Вы что, недостаточно сделали? Посмотрите, он умирает. Ты что, серьезно хочешь его защищать? Ты знаешь, что он сотворил? Я никуда не уйду. Это не его вина. Он убийца. Фейт и Лили. Он причина, по которой они умерли. Смотри, я понимаю, что он ошибся. Мы все ошиблись. Что? Он ведь убедился, что они не смогут говорить с этими чертовыми повязками. И потом их убил. Вот у тебя сама есть повязка. Тебя это немножко беспокоит, зная, что этот человек убий... Конечно, беспокоит, все девочки. Да что, теперь моя вина? Ты что, серьезно имеешь в виду? Ты меня сейчас тоже волку отдашь. Ты знаешь, что у меня выбора не было, черт возьми. Что за чертовщина? Я сделал то, что должен был. Врешь? Зачем ты это сделал? Тебе не нужно было ничего делать. Ты не можешь меня винить за это. Зачем ты это сделал, а? Если это не твоя вина... Так что за чертовщина была? Смотри, Фейт и другие... навлекли на нас какого-то раннера. И ты можешь представить, как
что Crooked Man'у как бы было немножко все равно. Ну, конечно же, большой босс даже не посмотрел на его грязные руки. И он сказал, чтобы я разобрался со всем. Ты думаешь, я не понял, что это значит? Или я делаю то, что он просит, или он со мной сам сделает все, что нужно. Так что я их нафиг убил. И сделаю это снова. Потому что это не моя вина. Не моя проблема. Ты все равно он все равно ответственен. Ну что же можешь сделать? Он убил. Плевать, по чьему поручению. Он убил. Мог бы обратиться к великому Биг Би Вулфу раньше, а не в последний момент. И вообще. Мне хочется нажать ударить его, но я не буду дикарем, диким волком из лесу и поступлю себя как культурный волк. Поэтому... Ты все же ответственен за это. Crooked Man давал приказ. Он мне сказал их убить. И потом меня просто продал. Ты все равно тянул за курок, нажимал на курок. Никто твою руку не держал. Ладно, верь в то, что хочешь. Я уже понял, что ты решил. Просто дело в том, правда это или нет. Ну давай, вперед, арестовывай. Но это Лили или Фейф не вернет. И это не освободит твою подругу Нарису. А я просто буду козлом отпущения, которого ты заберешь. Наверное, так просто быть тобой. Зашел сюда, обвинил меня за все это дерьмище. Хорошо работает, Джорджи плохой парень. Джорджина, твою ж мать, вина. А что мне делать надо было? Хочешь знать это как? Откуда ты можешь вообще знать, как это все бывает? Ведь когда-нибудь ты будешь прям как он. В общем, ребята, хватит ныть. Ты мог их отпустить, ударить. Что же, я бы мог нажать, ты мог бы их отпустить. То есть я стараюсь играть такого, знаете, доброго детектива. То есть я стараюсь во всем этом гневе найти что-то хорошее, попытаться как-то оправдать свою жертву, но, видимо, не получится. В любом случае, узнаете вы, как все дело идет в следующей части. Да, я знаю, сейчас 1:30 ночи, но, ребята, так уж получилось, потому что ночь — это классное время, да. И просто я раньше не мог, так что вот. Надеюсь, вы довольны. Не забывайте поставить лайк, сделать репост ВКонтакте, а также подписочку можно, чтобы серию не пропустить. О, да.